Всем доброе время суток. С вами канал Воха 54 и я Владимир. Сегодня покажу, как я соединяю поручень. Но сначала я хочу вам порекомендовать один канал. Канал это Сергея Владимировича. Ну, так назывался его старый канал. Потом его у него украли. Обманным путем, в общем, забрали. Он долго бился, пытался его вернуть, так ничего не получилось. И сейчас на этом канале идут какие-то китайские мультики. И он создал новый канал. Тот у него был уже более-менее развитый. Человек он интересный и, так сказать, башковитый. И думаю, много он покажет интересных идей. Поэтому проходите, подписывайтесь. Ссылку оставлю на видео и он, и канал под видео. Ну, а мы продолжим про поручень. Поручень я соединяю сейчас стандартным соединением на домино. Сейчас увидите. И расшиваю это соединение торцевое лодочками. Вот такими лодочками. Метод я уже практикую давно, после того, как появились у меня лодочки. Что это дает? Это дает, первое, не дает расхождения. То есть торцевое соединение под 90 градусов. И может быть при просадке дерева и разрыв лакового покрытия. И, конечно, перепад. То есть, когда рукой идешь, и может это все ощущаться. Все это, конечно, неприятно. И вот я нашел выход зашивать его лодочками. Во-первых, это абсолютно скрывает площадь. Во-вторых, удерживает лакокрасочное покрытие от разрыва. В общем, укрепляет. Вот. И сегодня я решил показать это вам. Поставлю музыку, объяснять здесь сильно нечего. Поэтому поставлю музыку, просто посмотрите и все поймете.
Ну вот, морилка высохла. И как видим, абсолютно ровная площадь. Никаких разрезов по 90 градусов нету. Вот тут видать, что вот он разрез маленький. Ну здесь уже никуда не денешься, сюда не залезешь. Ну и с этой стороны маленько. А основная площадь ровная, никакого разреза под 90, то есть это уже монолит. И лак ляжет ровненько и будет так оставаться много лет. Не так уж и много соединений на лестницах, то есть одно-два может быть. Поэтому, конечно, это время отнимает, но, как видите, результат неплохой. Поэтому я вот сейчас в последнее время вот так вот соединяю поручни.